Добрый день, уважаемые калужане. Меня зовут Залетин Сергей, я являюсь летчиком-космонавтом России. Сегодня 13 июня 2020 года, очень знаменательный день для нас и для вас, так как ровно 59 лет назад, вот в этот день, 61 года, Юрий Гагарин заложил первый камень в основание будущего музея пилотируемой космонавтики здесь, на Калужской земле. И на сегодняшний день это является не только гордостью города Калуги, Калужской земли, но и гордостью России и всего мира, так как на основании этого музея многие ознакомливаются, понимают, что, зачем, почему, и делают для себя выводы, строят планы, идут вперед в освоении ближнего и дальнего космоса. Поэтому хочу всех калужан поздравить с этим замечательным событием, пожелать здоровья, благополучия и от российского отряда космонавтов передать всем привет. Мне было очень приятно сегодня быть здесь, на Калужской земле, в этом замечательном музее космонавтики.